Вы смотрите видео об отеле Telia Hotel Каназей. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Telia Hotel Каназей расположен в стране Италия в регионе Валь ди Фасае и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Позвольте себе насладиться отдыхом в этом маленьком семейном отеле. Отель построен в традиционном горном стиле, с собственной парковкой и находится в историческом центре Канацеи. Центральное место расположения отеля позволяет насладиться отпуском тем, кто хочет его провести не за рулем и не в машине. До подъемников на Селоренда, находящемся недалеко отеля, можно добраться или пешком, или на скибус. Расстояние от подъемников. 150 метров от подъемников на Селоренда. Скабус – услуга платная. На территории отеля имеется лифт, отопление, комната для хранения лыж, Wi-Fi доступен на всей территории, парковка, ресторан, бар. В номерах есть ванная комната с ванной или душем, феном и туалетными принадлежностями, спутниковая, ТВ-сейф, телефон. Номерной фонд отеля состоит из тел, трехместный стандартный номер, площадь 26 квадратных метров. Ванная комната с ванной и душем. ДБЛ двухместный стандартный номер, площадь 20 квадратных метров. Ванная комната с душем. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.